Война и мир. Том 4. Часть 3. Глава 10. Краткое содержание. Денисов ждет Ростова. Он радуется, что мальчик жив. Петя, предвкушая сражение, находился в каком-то волшебном царстве. Мальчик услышал песню и наслаждался ей, так как был музыкален. Ростов задремал, но его разбудил казак, который точил его саблю. Уже светало, пора было собираться. Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно. Он поглядел на небо, и небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами дерев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что на небе расчищало и показывалось черное чистое небо. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда казалось, что небо высоко-высоко поднимается над головой. Иногда небо спускалось совсем, так что рукой можно было достать его. Петя стал закрывать глаза и покачиваться. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.